Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Евгеньевна Башлаева, вам кем приходится? А вы кто? Это Промсвязьбанк, департамент по работе с задолженностью. Меня зовут Бужова Екатерина Евгеньевна. Очень приятно, Екатерина. Екатерина Евгеньевна, я представлюсь в свою очередь. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, дежурный юрист компании «Алиан». Башлаева, наш клиент, обратилась к нам за юридической защитой. Мы представляем ее интересы. В данном случае вы позвонили на ее номер, она сбросила, сработала функция переадресации, и вы сейчас разговариваете с ее представителями. Я вас поняла. Документы вам предоставляли для видимости? Конечно. Предоставляли, но, к сожалению, я сейчас не вижу данной доверенности, возможно, документы еще... Куда, вам предоставляли? Нет, она нам написала доверенность, заключила с нами договор, этого нет, достаточно. Нет, я хочу, чтобы мы общались. Да вы не хотите, не общайтесь, мы вам что настаиваем, вы же нам звоните. Доверенность? Да нет, ничего мы вам представлять не будем. Если... Я вас правильно понимаю? Что? Это ее мобильный, правильно я понимаю? Вы позвонили на ее мобильный телефон, но она включила... Ваш номер телефона, я вас поняла. Наш номер телефона передайте ей, можете, чтобы она с нами срочно связалась? Ну, у нее есть, вы же понимаете, вы ей звоните, она игнорирует общение с вами устного формата. 8-800-3-0-3-50. Я понимаю, что вы под запись разговора все это пытаетесь мне сказать, но она вам передать перезванивать не будет. Да меня знает услышали, она, знает она номер телефона или... ваш. Она все ваши звонки сбрасывает. Игнорирует. Быстрее вам прекратятся звонки. Передать да мы не боимся или... ваших звонков абсолютно. Более того, мы рады им. У вас очень странная реакция, передать вы ей сможете или нет? А почему вы оцениваете реакцию неизвестного вам человека? У вас потому есть что на я это прошу какие... передать номер телефона. Там я вам совершенно объективно отвечаю. Зачем делать так ненужные вам... вещи? Она вы его знает. Вы можете корректно ответить на вопрос, вы передать ей сможете или нет? Я вам отвечаю совершенно отчетливо. Он у нее есть. Зачем делать то, чего уже... Передать вы ей сможете или нет? Кого передать? Наш номер телефона, он есть у нее, девушка, вы меня слышите, он со есть у нее. Со своего имени вы ей передать сможете, чтобы она с нами срочно связалась? Я даже не хочу вам отвечать, потому что вы какие-то несете... Чем быстрее вы не передадите, тем быстрее вам прекратятся звонки. Не хотим мы, чтобы прекращали звонки. Слышите? Алло? Алло?